Алена Малахова, 8 лет, город Москва. Меня делает счастливой то, что у меня хорошая семья. Она мне дает очень много. Я занимаюсь танцами и актером. Я не ленюсь и стараюсь. Больше всего, ну не знаю, я так смелая. Это мой брат, наоборот, трусит всегда. Но так, если по правде, я побаиваюсь, ну ладно, скажу по правде, то что я боюсь акул. Я мечтаю, чтобы я стала режиссером очень хорошим и известным. А еще хочу, чтобы я была волшебной. Я уважаю свою маму, потому что она много для меня сделала. Но я не уважаю своего папу. Они с мамой поссорились, и он ушел, когда мне было, наверное, 4 или 3, я не знаю. Но сейчас у меня другой папа. Ну, как бы двойной папа. Но он обо мне заботится. И мы с братом помогаем друг другу и играем вместе в теннис. Ладно. Ну, я влюбилась в первый раз, когда я еще была в садике. Мне там, наверное, было 5 лет или 6. Ну, я не помню. Но я влюбилась в мальчика Антона. Но он меня не любил. Он к другой девочке приставал. Ну, потому что он красивый.